Центр амбулаторно-онкологической помощи открылся в Белореченском районе в апреле этого года в рамках региональной программы по борьбе с раковыми заболеваниями. Подробнее в следующем сюжете. Сейчас в центре оказывают химиотерапевтическое лечение женщинам, у которых диагностировали рак молочной железы. В нашем центре амбулаторно-онкологической помощи проходит химиотерапевтическое лечение пациенты Белореченского района, Горячеключевского и Апшеронского района. В Краснодарском крае было открыто 16 таких центров, и к каждому центру прикреплены по 3-4 города. И наш город был выбран одним из этих центров. Решение о лечении пациента в местном амбулаторно-онкологическом центре Белореченского района принимают врачи-онкологи краевого онкологического диспансера на консилиуме. В нашем центре находится дневной стационар, который рассчитан на 5 коек. Наш дневной стационар работает 2 смены. Соответственно, мы можем провести химиотерапевтическое лечение как минимум 10 пациентам в день. По словам врача-онколога, рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний в России. Поэтому сейчас в Белореченском центре лечат именно этот вид злокачественных новообразований. Через полгода здесь начнут принимать пациентов с онкологией легких. Саида Кикова, Сергей Чернецов. События людям.